Научный проект для авиадвигателей нового поколения. В конструкторском бюро началась разработка инновационного газогенератора. Реализовывать идею ученым помогают специалисты одного из главных двигателестроительных предприятий России ОДК «Кузнецов». Современный двигатель, который проектируется, они предполагают удельный расход на уровне 0,5. То есть это вот газогенератор позволит создавать двигатели экономичнее, чем те, которые проектируются. Вот такая амбициозная задача перед нами поставлена. Создание нового газогенератора идет при помощи цифровых технологий. Только что он прошел этап термодинамического проектирования и вскоре его начнут испытывать. Вначале виртуально. Работоспособность конструкции подтвердится при помощи сложных трехмерных компьютерных расчетов. В 2022 году проект завершат. После чего сборкой деталей займутся конструкторы предприятия ОДК «Кузнецов». Газогенератор является сердцем двигателя, по сути дела. Назначение газогенератора – это продуцирование газа, который обладает энергией, который в дальнейшем срабатывается в так называемой холодной части двигателя, которая уже используется непосредственно для получения тяги привода вентилятора, который мы все видим, заходя в самолет, вот это самые большие лопатки, которые, в общем-то, и производят основную тягу. Главная цель создания инновационного газогенератора – снижение затрат топлива и увеличение дальности полета. В дальнейших планах у конструкторского бюро университета разработка малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей. Их будут использовать для эксплуатации легких самолетов и беспилотников. Аналогов проекту в России нет. Гульфия Сафина, Михаил Ермоленко, Григорий Пешаков. События.